Лишние фолы подвели баскетболистов БК 17-16 в домашних матчах с курским «Динамо». Нашей молодой команде по-прежнему не хватает опыта и действий в концовках поединков. В первой игре наши баскетболисты вели большую часть матча в середине четвертого периода, а мячи выигрывали с перевесом в 11 баллов. Но в заключительные минуты центровой Сергей Харитонов и разыгрывающий Николай Шлюшинский получили пятые фолы, и БК 17-16 растерял преимущество 85-85. В овертайме без центрового наши ребята проиграли борьбу под кольцом 94-97. У соперника есть опытные игроки, которые уже поиграли давно в высших лигах. Мы как бы пытаемся по максимуму выложиться в защите, что можем. Делаем быстрые замены. Родные стены не помогли БК 17-16 и в повторном поединке. Держать темп заменами и вести спор на равных получилось только в первой четверти матча. Затем наши ребята начали не успевать за соперниками. Баскетболисты из Курска удержали свой уровень и выиграли поединок 75-97. Следующие домашние матчи БК 17-16 проведет 14 и 15 января. Мячи принимают одного из лидеров.